начала февраля акции редиски полезли вверх, фьючерсы на семена растут, а в теплицах началась битва за урожай. И если вы еще не в теме, то пора подключаться. Поможет нам составить посадочный план на весну 2022 года ведущая программы «6 соток» Аллочка Горбатенко. Аллочка, здравствуйте. Алла, здравствуйте. Вы сегодня пришли не с пустыми руками. Да. Вот кто у нас в кабинете собирал... апельсины, мандарины. Да. Короче, всякие отходы. Зачем? На самом деле сейчас все помешаны на экопродуктах. Угу. Да? В наших силах их выращивать на своем участке. Да, вообще, я не понимаю, зачем иметь участок, если там использовать, например, какую-то химию. Вот вам, пожалуйста, готовые органические удобрения. Кроме того, что это удобрение... Да, кстати, что касается вот цитрусовых, апельсины, мандарины, мы их в основном поглощаем зимой, да, летом, да, их конечно. Нету. Угу. Поэтому вот сейчас самое прекрасное время... почистили, просушили на батарее. Все у вас, вот смотрите, к лету целый мешок замечательного удобрения. А что с ними делать? С этими чипсами? С этими чипсами можно заложить в компостную кучу, можно на грядку, там вот при посадке даже где-то вот на глубину 5 сантиметров, прям вот перекопать. Да. То есть это все перегниет, это та же органика, она улучшает структуру почвы, она обогащает минеральными веществами, то есть вот живое удобрение, готовое, не надо ничего покупать. То есть если вы будете постоянно вот так делать... Для каких-то конкретных растений это помощник или для всего? Нет, это органика для всех растений. Кроме того, цитрусовые вот эти корочки, настой помогает бороться с вредителями, то есть можно делать настой против тли, то, что нас всегда это преследует. Кстати, корочки апельсинов отпугивают кошек, это касается вот те, кто полисадников. Поедают огурцы и помидоры, вот эти кошки знаменитые. Да. Лопухи тоже, кажется, отпугивают, потому что ее просто так не раскусишь. Нет, ну, скорлупа, кстати, яичная, знаете, кого отпугивает? Кротов, медведку. Вот если в лунку при посадке молодой рассады прям вот бросать скорлупки, то они не доберутся до нежных корешков. То есть это тоже можно делать. Скорлупа еще раскисляет почву, ее тоже рекомендуют... Это же кальций, да? Это кальций, калий, магний, то есть это вот прям чуть ли не полтаблицы если Менделеева. Если у вас кислая почва, то это Раскисляет, да, вот вместо извести можно яичную скорлупу. При посадке рассады помидоров, перцев тоже можно сыпать яичную скорлупу. Она и обогатит почву, и раскислит заодно. Ну, то есть вот таких вот заготовок себе зимой можно сделать очень много. И ту же луковую шелуху собирать... Общем, главное, чтобы было где хранить, и чтобы жители квартиры тоже поняли, хранить я нет, хранить я вам расскажу, это все сушится, то есть понятно, что оно не оставляется в сыром виде. Вы на батарею, там, например, разложили бумажное полотенце, высушили там за сутки, и в бумажные или пакеты, или тряпичные какие-то мешки, все оно прекрасно сохнет. Главное, чтобы оно хорошо высохло и не было посторонних запахов. А так все замечательно. Так что вот сейчас, кому еще пока нечем заняться, пожалуйста, заготавливайте органику. Алла, да. Что касается планирования, да, потому что вот мы, например, летом едем мимо поля, смотрим, подсолнухи вышли, сфотографировались, следующим летом едем... Это в лучшем случае, если не сорвал никто. Если не начали стрелять. Следующим летом едем, а там уже кукуруза растет. Конечно. То есть меняют каждый сезон. Зачем это нужно? Это нужно, что каждая культура, во-первых, объединяет почву, забирает какие-то определенные питательные элементы. Во-вторых, у каждой культуры есть свои вредители и болезни. Вот чтобы они, наверное, не прижились, да, вот на одном называется месте. Каждая культура следит, да. Вот человек прошел, след оставил, так же и культура в земле, она наследила. То есть оставила какую-то свою микрофлору. И на следующий год нужно обязательно сажать какую-то другую культуру, которой не навредят те же какие-то болезни или вредители. Ну, например, вот на огороде чего нельзя сажать, это вот самое. Ну, вот самое золотое правило, которое запомнят все. Например, посленовые, после посленовых нельзя. То есть помидоры на помидоры мы не садим. Да, помидоры на помидоры – это вообще категорически. После помидоров нельзя сажать, например, картошку. Это вот... То есть это несложно запомнить. Да. То есть посленовые, там зонтичные. То есть вот так вот даже можно ориентироваться, что... Родственников сажать друг после друга. Ну, а какие культуры, наоборот, могут друг другу помочь при посадке? Ну, например, это вот если говорить о совместимости, да, на одной грядке. Ну, вот самый такой идеальный дуэт – это морковь и лук. Лук отпугивает, например, от моркови морковную муху.
То есть вот он помогает ей выжить, пока она вот там нежно на эти стебельки. Я, например, у себя практикую часто возле томатов, сажаю, сею бархатцы. То есть это вот чисто мое... Цветы? Да, обычные, да. Цветы. То есть у меня вот на грядке с помидорами с одной стороны, с другой растут бархатцы. То есть они тоже отпугивают очень многих насекомых, которые разносят вирусы. Вот говорят, что у нас помидоры болеют. Ну вот мне, я например, очень часто это видел, помогает. Когда между клубникой растет чеснок. Да. Да. Вот это не пара или пара? Это отличная пара. Ага. Да, да. Чеснок тоже у него фитонциды, которые отпугивают тоже и гнили, и очень многих или, вредителей. У меня бабушка сажала кукурузу и тут же сверху сажала фасоль, чтобы фасоль пилась по кукурузе. Пилась, но да. Это какой-то дедовский такой старый, кстати, наверное, способ. Кстати, с кукурузой можно сажать и огурцы, и с кукурузой даже вот ученые сажают кукурузу и с томатами. То есть она немножко притеняет, если солнце сильное. То есть тут очень много вариантов, и я считаю, что вообще садоводство... Непаханное поле для экспериментов, для постоянного изучения, обучения. Ну, это реально интересная сфера. А что сейчас можно делать еще огородникам, вот кроме того, что вот заготавливать вот эти вещи? Ну, сейчас уже можно покупать семена, то есть чтобы это не было потом... В спешке, да. Но для этого нужно планировать посадки свои. Я, например, веду, у меня большой такой журнал, я каждый год черчу схему своего участка. Да. То есть схематично вот свои терраски, и что у меня росло в этом году, что там позапрошлом году, и смотрю, что у меня где росло, и я планирую, что теперь будет на этой грядке, например, расти. Такой план нужно иметь. Я понимаю, что это хлопотно, там, возможно, время надо потратить, но зато потом мы избегаем очень многих проблем. Например, если мы не ошиблись с посадками, то культура нас отблагодарит своим урожаем. То есть, ну, это важно. Это лучше, чем потом по фотографиям летним смотреть, где росло. Да, тут да, на шашлыках да, я стоял, кстати, на помидорной грядках. Кстати, многие вот такой способ используют, но мне кажется, все-таки надо лучше четко... Лучше спланировать. Да. Так, и семена, сейчас, сейчас это самое, вот, самое лучшее время. И проверить, наверное, время. Инструменты. Я бы проверил еще вот с прошлого года. Бывает такое, что копаешь, уже морозы, лопата сломалась, бросил, весной кинулся копать. Не обязательно, конечно, инструменты. Но что еще сейчас нужно сделать? Не помешало бы побелить деревья еще раз, потому что солнышко все активнее и активнее. А мы знаем, что вот от солнечной активности у нас начинают трескаться стволы, поэтому лучше даже свежий слой побелки перебелить, да, потому что у нас очень многие белят там к Пасхе, к 1 мая. Это уже бесполезно, это так декоративное, знаете. Чем раньше, тем лучше. Да, да, лучше Алочка, сейчас. Алочка, сильные морозы помогают избавиться от вредителей в будущем. Угу. Как думаете, сейчас эта зима поможет как-то огородникам? Вряд ли. Не морозная была. Не было у нас таких сильных морозов, поэтому не надейтесь на морозы. Вредители будут, я так Алочка, думаю. Мы сейчас прервемся на сюжет. У нас по традиции есть испытание для наших гостей. Ну, ты знаешь уже, да? Оно несложное. А пока не переключайтесь, будет впереди занимательный конкурс. Физический труд – это отличное дело для того, чтобы держать мозг в тонусе. А если добавить к этому нейропластику, получится отличное оружие против времени. Об этом наш следующий сюжет. По традиции мы готовим для наших гостей конкурс, и сегодня мы его назвали «Пойдем копать картошку». Алла, мы провели селекцию песен и отобрали только те, где упоминаются овощи или фрукты. Ну вот нулевой вопрос вне конкурса. Например, какой овощ нужно обязательно собирать под гармошку? Картошка. Совершенно верно. Это было легко. Вот, теперь поехали первый вопрос. Исполнительница, которая предлагает длинную беседу, взорвать все звезды и все это заесть сладкими апельсинами. Кто это? Земфира. Совершенно верно. Хочешь сладких апельсинов? Хочешь слух рассказов длинных. Мы уже говорили о том, что апельсиновые корочки нам помогают в садоводстве. Итак, второй вопрос. Этот овощ используют в салатах, но если вырастить его на брезентовом поле, то можно сломать зубы. О каком овоще идет речь? На брезентовом поле растет в теплице, а на брезентовом поле то можно сломать зубы. Попробуйте спеть. Да нет, не знаю.
Я бы подсказала, но, если честно, я... Тоже не знаю. Тоже не знаю. Это группа «Кино». Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. О, боже мой, ребята. Да, Аллочка слушала, наверное, там из серии «Брат, брат, брат». Это песня нашей молодости. Да. Третий вопрос. От какой ягоды отказывается персонаж известной детской сказки в пользу девочки с голубыми волосами? Малина, да, не хочу не я. Нужна мне. Мне малина. А не нужна мне малина. Малина. Лишь бы только Мальвина обожала меня ни одного. Это песенка Пьера, совершенно верно. И четвертый, последний вопрос. Какие фрукты могут медленно замерзнуть, если их не согреть слезами? Яблоки. На снегу. Совершенно верно. Кто поет, помните? Муром. Михаил Муров, совершенно верно. Они беззащитны на снегу. Аллочка, спасибо вам большое за советы. Если честно, у меня нет огорода, но мне захотелось после рекомендаций. Да. Всем огородникам здоровья и, конечно, терпения. Алла, ты когда-то делала селфи на грядках? Фотографировался на телефон? Да, фотографировалась. Но, честно говоря, мне не нравится. Не нравится. Потому что на огороде ты без макияжа, там в косынке, еще что-то. Мне даже сосед. В труде весь. Мне даже сосед проходит мимо, говорит: ой, что-то я тебе на экране. Ну, типа, ты отличаешься. Я говорю, ну, конечно, отличаюсь. Вот многим не нравятся свои селфи. Мы хотим исправить эту ситуацию и предлагаем вам 5 самых классных селфи, которые вам обязательно понравятся.